Mi nomo estas Hector Shin. Mi estas prezidento de Internacia Akademio de Esperanto. Энхтуфшин работает над распространением в стране универсального языка эсперанто. Впервые клуб эсперанто был создан известными монгольскими учеными Ринченом и Чой Луфсанжалом. Как раз в это время Энхтуфшин выучил этот язык и с 90-го года начал преподавание в Институте иностранных языков. Однако в так называемое перестроечное время эсперанто был почти забыт. Но Энхтуфшин не сдавался и издал учебник эсперанто. Его он и представит на конкурсе. Язык эсперанто – это язык свободы. Многие уникальные произведения написаны на этом языке. Поэтому мы, группа единомышленников, работаем над тем, чтобы эсперанто развивался и у нас в стране, чтобы наши граждане могли прикоснуться к этому удивительному языку. Мы создали клуб эсперанто «Солнце», где пропагандируем его через песни и литературу. Отбор 250 участников «Чудес Монголии» проводился почти полгода. Во время этого мероприятия посетители смогут послушать лекции ведущих ученых страны. Также будет открыта выставка произведений, проведены дискуссии по интересующим посетителей вопросам. Во время этой акции мы утвердим орден и знамя «Чудо Монголии». Выбирать лучших из лучших в каждой из профессиональных сфер будем каждый год. Условия конкурса и другие положения обсудим на специальной сессии. Конкурс «Чудеса Монголии» завершится почетным парадом участников по Улан-Батору. Тумур Ачир, Станислав Хазагаев, Аист Монголия.